На наш взгляд, самой эффективной мерой, как и было, так и остается, это арест имущества. Арест имущества, который мы сопровождаем нашим освещением в средствах массовой информации. Если в прошлом году, например, по тем же налогам было всего 17 арестов за весь год, то на сегодняшний день уже 104 ареста. И 70% это транспортные средства, которые сейчас находятся на штрафстоянках.